наш любимый робот Боди, которому вышло обновление. Хотя вроде робототехника. Чтобы создавать программы без компьютера. Сложно или нет? Погнали к веселью. Жми. И он проехал. Погнали. Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Есть вопрос». Меня зовут Александр. И сегодня мне в кадре будет помогать Даниил Александрович. Привет! Тема, с которой мы сегодня с вами собрались, опять же, наш любимый робот Боди, которому вышло обновление, да не одно. Но в этом ролике говорим про одно, да еще какое. А вы знаете, что я всегда топлю, что это единственный робот дошкольного возраста, который обучает детей полноценному программированию от простого к сложному. С 3 лет мы начинаем учиться конструировать и программировать, потому что здесь все рассчитано под это. И очень здорово, что как раз таки к нему выпускается большое количество обновлений. Если вы посмотрите сзади меня, то про все эти обновления мы уже снимали и выпуски, и ролики, и все это вы знаете. И классно, что люди, разработчики, думают немножко шире. Они понимают, что аудиторию детей нужно как-то расширять, благодаря тому, что делать сложное простым. И вот этот набор, вот такая интересная башенка, которая работает непосредственно с нашим роботом, как его зовут? Боди. Бодзис, позволяет это делать. Вы спросите, как? А давайте сперва посмотрим, что у нас идет в комплекте поставки, а дальше я вам расскажу, а Даня покажет. Даниил Александрович ты или Даня? Пока еще не определился. Пока не определился. Ну вот и определишься к концу ролика. А Даниил Александрович нам продемонстрирует, как можно легко с этим всем справиться. Хотя вроде робототехника. Сложно. Или нет? Нет. Окей. Давайте смотреть, что у нас входит в комплект поставки. Коробочка выглядит следующим образом. Небольшая, прямоугольная, сзади все нарисовано. Нам прямо из коробки говорят, ребята, чтобы работать с этим набором, вам необходим Бодзис. И вот сейчас прямо внимательно послушайте меня. У нас не зря на столе сейчас стоит вот Бодзис собранный. И вот такой блок, тоже от Бодзис. И если визуально вы так посмотрите, скажете, друзья, так они одни и те же, типа, что вы нам показываете, на самом деле нет. Оказывается, у Бодзис есть первое и второе поколение. Мало у кого из вас есть роботы первого поколения, потому что их не сильно-то и продвигали, поставляли в учебное заведение. В основном второе. Мы уж точно продавали сразу современных. Но, если вы покупали где-то когда-то давно, учу простому способу понять, подойдут ли эти дополнения для вас. Те дополнения работают. Новые дополнения, 2 штуки, Бодзис Lab и Бодзис Gear Kit, они, к сожалению, не подойдут. Они под нового Бодзис. Разворачиваем Бодзи сзади коннекторами. Вот так. И смотрим на их цвет. Если мы видим с вами 2 серых коннектора. А тут один белый, другой черный. Правильно. Если 2 серых, это старая версия. Видите, он у нас такой. Старенький, видно, что мы на нем все тестируем. А здесь серый и черный. Пока это самый простой способ определить. Конечно же, вы можете это сделать по коробке. Если у вас коробка белая, значит, это первая версия. Просто коробки все выкидывают в основном. Если у вас коробка фиолетовая, это современная вторая версия. Все. Больше они ничем не отличаются. Бодзи в первой версии, он такой же крутой и интересен. Просто он не работает вот с этими обновленными дополнениями. Такие дела. Погнали смотреть, что дальше. Итак, распаковав коробку, нам с вами предстоит интересный квест по развитию мелкой моторики. Что мы будем делать первым делом? Даниил Александрович, расскажи людям. Наклеивать. Наклеивать. Посмотрите, какое большое количество наклеек у нас есть. И этим мы с Даниилом занимались на протяжении 20 минут. Наклеивали сюда, и то не все наклеили. Дальше. Нам предстоит собрать вот такую классную башню. Расскажи про башню. Для чего она нужна? Чтобы без компьютера вот так делать. Чтобы создавать программы без компьютера. Все правильно. Мы строим башню. Слава богу, тут 8 деталей, ничего сложного. Далее.
У нас есть две пластины. Одна пластина служит пластиной для хранения элементов, чтобы они не разлетались в разные стороны. А другая пластина для чего? Для того, чтобы установить башенку. Чтобы установить башенку и создавать свои собственные программы. Вот так. Пока все понятно, объясняю. Пишем комментарии, говорим «да». Далее. Данил у нас не выспался. Это как минимум лайк за то, что он хотя бы соизволил сюда прийти. Видите, он просыпается. Ну ничего, сейчас мы ему тут мозговой активности придадим. Далее. После того, как мы с вами все наклеили, все собрали, мы в принципе теоретически готовы к программированию. Но нам нужно башней показать границы нашей зоны программирования. Это обязательное дело. Итак, для того, чтобы быстренько начать программировать, я, Даниил Александрович, вам предлагаю сперва разместить нужные кружки на нужные места, а за это время я на столе немножко приберусь, чтобы было больше места. Договорились? Погнали! Ну что, друзья, Даня все приготовил. Четыре кругляшочка вот таких обозначают зону программирования, и, собственно, мы с вами к нему готовы. Но остался один маленький шажок, но он очень важный, и он вызовет у вас большое количество вопросов, если вы меня сейчас не послушаете внимательно. Как поженить робота Бозис с этой башенкой? Делается это следующим образом. Во-первых, мы должны включить робота и нажать у него после включения кнопку включения три раза. Смотрите. Раз, два, три. Он говорит, готов к созданию пары. Здесь у нас внизу есть тоже кнопочка такая, которую мы тоже нажмем. Здесь мы включаем. Раз, два, три. И у нас башня вместе с Боди находит себе пару. Говорят, о, давай дружить. Все. И, собственно, тем, что Бодзи у нас работает вместе с этой башней. Все, они проговорились, пообщались друг с другом. Свидетельствует то, что у нас постоянно горит вот этот синий индикатор нижний. У башни есть три лампочки вот такие, видишь? Раз, два, три, да. Они служат как индикатор состояния. То есть, когда что-то происходит не то, башня не знает, программы не понимает, она вам будет об этом сигнализировать путем зажигания тех или иных светодиодов. Расшифровать вы их можете с помощью методички. Все, скучная часть закончилась, погнали к веселью. Итак, любая программа начинается с флага начала программы. Молодец. Зеленый флажок. Ставить его нужно строго сюда. Друзья, вот прямо тоже запомните. Программирование начинается вот с этого момента. Если вы поставите ниже, то у вас будет ошибка. То есть вам скажут на английском языке, конечно же, что я не понимаю, что за программу вы хотите, чтобы я исполнил. Вот. Все, начали. Дальше. Даня пишет программу. Давай сразу ее прочитай. Что ты сделал такое? Шажок. Да, шажок вперед, да, в данном случае. Смотрите, после того, как мы сделали, стартуй программу. Не надо пока ничего усложнять, давай покажем короткую программу. От простого к сложному мы идем. Нажимай. Он говорит, сканируй программу. Увидел, понял, принял, поехал. Все, программа выполнена. Итак, вот сейчас, друзья, и да, Даниил. Он много всего по-английскому говорит. Да, это чтобы ты язык выучил быстрее. Он сказал следующее. Программа выполнена. Что делает эта программа? Движение вперед на один шаг, который у него запрограммирован. Один шаг равен 10 сантиметрам. Дальше у нас с вами есть разные параметры. И я хочу, чтобы вы их запомнили. В том числе Даниил. Допустим, нам надо с вами сделать два шага, равные 10 сантиметров. Как вы это будете делать? Для этого ты берешь кнопку повторить. Давай. Это не цикл, это кнопка повторить. Условно я их кнопками называю, пиктограммы, неважно. И дальше необходимое количество. Поскольку один шаг это без пиктограмм, то используя вот эту пиктограмму, мы можем начинать с двух. Да, то есть повтори два шага, повтори три шага. Если один, просто все убираем. Окей. Давай посмотрим, насколько дальше он проедет. Жми. Окей.
И он проехал. Смотрите, я вам сейчас буду показывать один простой момент. Сейчас он проехал 2 шага. Вот, стоял здесь, проехал сюда. Далее. Это когда он двигался. Смотрите, сейчас мы с вами вот эту пиктограммку меняем на ракету, да? Даня, ну-ка расскажи, что будет происходить. Когда он поедет быстро, как ракета. Быстро. Эта пиктограммка означает быстро. Нажимай. Давайте посмотрим, какое расстояние. Все, я руками перекрыл. Вы спросите, а что это такое? Что за параметр? Это параметр движения по времени. То есть, едь быстро в течение 2 секунд. Окей, мы ставим, говорим, что здесь он у нас проехал с этой точки до этой за 2 секунды. Дальше ракету меняем на шажки. Эти шажки выглядят точно так же, как в режиме программирования. И здесь в голове у вас может возникнуть путаница, потому что, когда вы программируете, шаг означает шаг вперед. Здесь у нас это скорость движения. То есть шажок — это медленное движение в течение 2 секунд. Давайте проверим. Данил, стартуем. Пинь. Смотри, как он поедет. Все, запомнили. Это у нас движение, я буду вот так шажки ставить. Это у нас шаг. Здесь у нас будет с тобой ракета вот сюда приехала. И есть у нас, друзья, еще вот такая пиктограммка. Это часы. Данил, давай, ставь. И эту полосочку. Окей, и давайте посмотрим, на какое расстояние он сейчас проедет. Это у нас нормальная скорость движения. Давай, стартуем. И поехали. Вот, получается. Вперед мы ездить научились. Мы поняли, что такое движение вперед. Что у нас есть несколько параметров. Как движение запрограммировано. Количество, точнее, запрограммированное расстояние, так и движение по времени с разной скоростью. Все, на ус намотали. Дальше мы понимаем, что, наверное, робот, помимо того, что может двигаться вперед, может сделать что еще? Поворачивать. Поворачивать, да. Сейчас Даню попросим создать программу, которая будет передвигать робота вперед и осуществлять поворот. Давайте быстро это сделаем, и дальше я вам покажу, как можно заниматься и как интересно. Можно сэкономить денежек и заниматься еще больше. Так. Перебил. Так, хорошо. Ну, давай попробуем. Окей. Жмем. Вперед. Поворот. Видишь, он повернул, но вперед не поехал. Ты это запомнил? Да. Точно так же, друзья, как мы можем поворачивать лево-вправо, мы можем вращать его головой. За голову у нас отвечает вот это, за вот этот мотор, да, который у нас в серединке стоит, вот эти красные. Давай. Давай. Почему нет? Пойди, бим самый низ. Самый низ, да. Вот у нас программка потихоньку становится все сложнее и сложнее. Давай только поворот сделаем в другую сторону, а то он у нас постоянно поворачивается спиной к зрителям. Да? Нет. А мы сделаем вот так. Ну, давай, жми. Погнали. Погнали. Так, вот эта штучка у нас отвалилась. И все, Бодзи говорит, извините, я не вижу. Поехал. И он выполняет сейчас предыдущую команду. То есть, если робот не может выполнить команду, которую он прочитал сейчас, он автоматически выполнит предыдущую. Все, увидел. Поехал. Сейчас голова будет, смотри. Ук, и повернул голову. Круто, круто. Итак, друзья, благодаря вот этому дополнительному набору возраст детей, которые будут заниматься программированием, падает. Вам нет необходимости давать младшему возрастной группе экраны, да, потому что родители переживают, многие же не дают даже телефоны детям. Вот тебе бы не давали их, да? Угу. Как бы ты страдал в младшем возрасте. Поэтому здесь у нас безэкранное программирование, то, собственно,
что и выделяет этот набор. Давайте я вам покажу, как можно сэкономить денежек еще. Смотрите, все вы помните, что на нашем канале были ролики, когда мы вас учили и рассказывали про робо-мышь. Так совпало, что у робо-мыши шаг движения тоже составляет 10 сантиметров. Соответственно, все поля, которые у нас с вами были, мы можем использовать. Вот сейчас у нас с вами на столе появится следующая история. То есть у Даниила есть пластина, на которой хранить необходимые элементы. Но нет пока никакого задания. А если я открою книгу учителя, кстати, которая идет в комплекте к этим наборам, и в которой более 200 страниц, вы представляете? Конечно же, там будут и постройки необходимые, и, собственно, программирование. То, как вы будете заниматься. То есть, это книга учителя. Но, если я сейчас захочу позаниматься и добавить немножко интерактивчика, я возьму просто поле, которое когда-то мы нарисовали для робомыши. Итак, друзья, на столе у нас поле от робомыши. И, собственно, давайте быстренько сделаем, придумаем легенду. Следующее. У Бодзи есть друг. Как его зовут? Коди... Рокки. Вот он здесь такой. Он у нас работает на колхозном поле. Вот здесь. Не знаю, почему оно колхозное, пусть будет так. И Бодис очень соскучился по своему другу, давно его не видел. Сейчас мы должны, точнее Даниил, придумать ему программу, которая из точки А к точке Б проводит нашего робота. А сперва давайте потеоретизируем, как мы это сделаем детьми обычно. Давай разобьем программу на маленькие кусочки. Ты мне расскажешь, как это будет происходить. Давай, для начала, что ему нужно сделать? Надо пойти на 3 шага. Вперед, давай руками его проводи. То есть движение вперед на 3 шага. Раз, два, три, все. Дальше что ему надо сделать? Повернуться. И поехать на 2 шага. И движение вперед на 2 шага. Все, окей. Дальше, если что-нибудь придумаешь сам, ну, будет здорово. Окей, давайте создавать программу. А движение вперед у нас, собственно, уже программа есть. Начинаем с зеленого флага. И движение вперед. Дальше необходимо обозначить количество. Ты сказал на 3 шага. Раз, два, три. Давай, сделаем это. Движение вперед. Движение вперед, 3 шага. Ты хочешь 3 раза повернуться? Хочешь 3 раза проехать вперед, да? Да? Поэтому ты ставишь пиктограмму куда? Полосочками вниз. Да ведь? Сейчас стоит полосочками вниз. Обращайте внимание, друзья, во время программирования, пожалуйста, вот на такие штуки. Если у нас полоска вниз, это значит низ нашей панели. Все, это важно. Переворачивать их нельзя. Окей. Дальше. Поворот мы сделали, вот мы 3 шага вперед, повернули. Дальше нам надо снова двигаться вперед, правильно. На какое количество шагов? На 2. На 2 шага. Окей, давай, ставь. Движение вперед, на 2 шага. Окей. И что дальше ты хочешь сделать? А что это значит? Что ты поставил? Повернуть голову и... Повернуть голову, он его увидит, скажет: «Эй, привет, Коди!» Тот скажет ему привет. Угу. И дальше что произойдет? Секрет? Да. Секрет. Хорошо. Все. Мы готовы. Вы готовы, дети? Да, капитан! Ну, давай, начинай. Scanning sequence. Все. Execute coding sequence. Раз, два, три. Поворот. Раз, два. Поворот головы. И секретная функция. Здорово! Вот по такое музыкальное сопровождение, собственно, мы с вами в целом провели интересный обзор нового набора. Набор выглядит следующим образом: 87 элементов, 7 типов пиктограмм различного формата. И, собственно, с 3 лет дети могут изучать безэкранное программирование, не портя глаза и развивая свои мозги. Да, все здорово. Конструирование тут вообще минимальное, как видели, но благодаря расширениям, вот таким интересным полям, вы можете много-много с детьми заниматься различным интересным вещам, потому что как раз-таки совмещая программирование, да, конструирование с, опять же,
с этими полями, создавая различные легенды, вы развиваете ведь и речь, и другие необходимые навыки у наших малышей. Итак, самый важный вопрос, сколько все это дело стоит? У нас сейчас с вами лето 2024 года, и данный набор вы можете приобрести за 15 900 рублей. Дорого? Нет, недорого. Дело в том, что недавно мы делали обзоры, сравнение цен, чтобы понимать, что у нас творится. Мало того, что цены по-прежнему скачут по непонятным причинам. Ну, точнее, причина-то понятна, конечно. 16 тысяч для робототехники в 2024 году, для образовательной робототехники, замечу, не для дома. Это среднячок такой. То есть, есть сильно дороже, есть чуть-чуть дешевле. 16 тысяч я бы за этот набор отдал. Учитывая, что у меня базы из вот этих роботов уже собрано, я просто расширяю функционал. Отдаю в младший возраст, чтобы они готовили наших маленьких талантов. Друзья, за этот выпуск я хочу поблагодарить Данила Александровича. В столь раннее время встать в его возрасте достаточно сложно, тем более летом, когда спать ты никак не ложишься. Поэтому обязательно пишем комментарий, чтобы сон приходил вовремя, и родителей нужно было все-таки слушать. А с вами был Александр, Даниил, канал «Есть вопрос». Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока!